Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает, что 6 марта в Самаре будут включены электросирены. В городе будет проводиться плановая комплексная проверка готовности муниципальной системы оповещения. В период с 10.40 до 10.45 в городском округе Самара будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, установленные на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан. Звучание электросирены означает сигнал внимания всем, поэтому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приемники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке. Администрация Кировского района призывает жителей пройти диспансеризацию. В рамках ежегодного профилактического осмотра проводится анкетирование, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, исследование уровня холестерина и глюкозы в крови, флюорография раз в 2 года, ЭКГ, измерение внутриглазного давления ежегодно, начиная с 40 лет. По итогам обследований в рамках диспансеризации выявляются болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких и другие заболевания. Диспансеризация и профилактический медосмотр позволят выявить заболевания на ранних стадиях и предотвратить их развитие. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает о том, что потребуется для передачи детей на воспитание в замещающие семьи. Обращение в органы опеки и попечительства по месту жительства с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями. Подготовка в школе приемных родителей. Постановка на учет в качестве кандидата в усыновители и прием документов для подбора ребенка. Подбор ребенка. Знакомство кандидата в замещающие родители с ребенком. Оформление документов для усыновления. Передача ребенка в семью опекуна.